размещение бисера и бусинок в воздушной цепочке. Сначала провязываем первую петлю воздушной цепочки. Затем пододвигаем в правую сторону бусинку и вяжем следующую воздушную петлю. И так повторяем дальше. Получается вот такая симпатичная цепочка с бусинками. Точно так же можно провязать цепочку из бисера любого размера. С вами была Ирина. Пишите комментарии, ставьте лайки, подписывайтесь на мой канал YouTube или на email-рассылку на сайте knittingforbeginners.ru. До новых встреч!